Как найти интересные увлечения школьнику, что делать родителям, чтобы заинтересовать своих детей новым делом и как помочь реализовать творческие способности. Поделиться своим опытом со школьниками и их родителями решил участник федерального проекта «Движение первых» Герман Шачнев и его мама Александра. Все началось со второго класса. Тогда было российское движение школьников. На тот момент Герману было 8 лет. Обычный мальчишка. Ничего, никаких способностей. В общем-то, как и рядовой мальчик. После первого класса наш учитель сделал нам замечание. С тем, что занимаетесь больше совместной работой с ребенком. В результате поисков, как помочь своему ребенку, семья Шачневых становится участниками проекта «Движение первых» и не пожалели о своем выборе. Именно здесь Герман смог реализовать свои творческие способности. Когда с каждым проектом ты сам чему-то обучаешься, то действительно это интересно. Готовить, быть волонтером, быть экологом, изучать фенологию, быть в науке. И у меня такое ощущение, что какую-то часть своих досуговых интересов я стала совмещать с ребенком и действительно самой развиваться. За 2 года работы над собой Герман не только стал уверенным в себе, но и развил в себе многие навыки. Самый интересный, уникальный проект – это «Шеф в школе», потому что с него я начинал, он мне очень понравился. Там даются задания по готовке, какие-то блюда нужно приготовить, ты там и ты их готовишь, и там этапы как бы. Сначала тебе нужно порезать лук, потом морковку, потом омлет, а потом ты уже доходишь до блюд, которые уже в ресторанах готовят. Сегодня школьник ведет собственный видеопроект о профессиях. Он пробует себя в разных ролях. От учителя до рэп-исполнителя. Герман Шачев даже презентовал свой блог Владимиру Путину на выставке «Россия» на ВДНХ. Я советую выбрать проект, который нравится, и начать делать, и довести этот проект до конца. И я надеюсь, что если делаешь, то тебя обязательно куда-нибудь пригласят, потому что движение первых – самое лучшее движение в России. Впереди у Германа Шачнева много планов. Это участие в новых проектах «Движения первых», развитие своего проекта о профессиях и воплощение своей мечты. Школьник планирует связать свое будущее с журналистикой. Александр Сергеев, Вильфрид Дымковский, новости Химки ТВ.